Ровно 30 лет назад, в апреле 1987 года, на Оскольском электрометаллургическом комбинате был введен в строй сортопрокатный цех номер один. В то время СПЦ-1 не имел аналогов в отечественной и зарубежной практике. Он был продуман до мелочей. Передовой, высокоавтоматизированный, выпускающий высококачественный металл для отечественного и европейского рынков. Его история – это продуманный путь от первого колышка до 50 миллионов тонн проката. История СПЦ-1 – это 30 успешных лет, полных важных и значимых событий. Точкой отсчета в трудовой летописи СПЦ-1 стал 1978 год. Именно тогда на ОМК начались широкомасштабные подготовительные работы по заключению договоров с иностранными подрядчиками, проработке контрактов, подготовке проектной документации по строительству прокатного цеха. В сентябре 1981 года в Москве был подписан контракт с фирмой «Шлёман-Зимак». Дирекция комбината, представители министерства, проектировщики договорились о том, что стан будет сочетать в себе три подразделения – прокатное, термическое и отделочное. И что оборудование здесь будет самое современное, с высокой степенью механизации и автоматизации на всех участках. Одно дело, когда смотришь оборудование в масштабе 1:10, 1:50 – это один вопрос. Ну, красиво, хорошо все. А вот когда я увидел еще ее в масштабе 1:1, я вообще отпал. У меня особенно мне понравилось печи, конструкция печей, конструкция блюминга, вот эти вот ральганги, да даже ножницы 800 тонн. Вот это оборудование сделано, конечно, было хорошо. Массовый завоз оборудования и материалов на площадку цеха начался в феврале 1986 года. За 5 месяцев сюда доставили более 74 тысяч тонн различных устройств и приспособлений. А уже 12 марта специалисты начали монтаж основных технологических агрегатов на печах нагрева. В это же время в разных уголках страны, на разных металлургических предприятиях к обучению приступили вальцовщики, операторы стана, машиногневой зачистки, слесари, машинисты кранов, будущего прокатного цеха номер один. Однако то, что происходило в этот период на строительной площадке, в корне не устраивало директора ОМК Алексея Угарова. Центр тяжстроем срывались плановые сроки сдачи важных участков. Очень медленно шло возведение вспомогательных объектов. Недостаточная численность строителей и темпы работ, по мнению Алексея Алексеевича, могли поставить под угрозу плановый ввод цеха в эксплуатацию. За его подписью 9 апреля в Москву в адрес нескольких министерств отправляются срочные телеграммы. После сурового разбора обстановки в Совете министров СССР положение дел на строительстве СПЦ-1 стало меняться к лучшему. 20 июня под футировочные работы была сдана печь нагрева номер один. На главной линии прокатного стана полным ходом началась установка оборудования. В планах первого секретаря Белгородского обкома КПСС Алексея Пономарева было сдать СПЦ-1 в эксплуатацию к 7 ноября 1986 года, в аккурат к очередной годовщине Великой Октябрьской революции. Но реализовать идею досрочного пуска не готового к этому цеха не позволил Алексей Алексеевич Угаров. Первый сортопрокатный был введен в строй только тогда, когда все оборудование отладили должным образом. 28 декабря 1986 года проведено горячее опробование первой группы чистовых клетей и непрерывно заготовочного стана 700. Этот день навсегда вошел в историю комбината и первого сортопрокатного цеха. Все, что посадили в печки, 5 штук, все было прокатано. Еще и пришлось начальство успокаивать. Они там все на нервах. У нас же, как он, ну, главный пост, скажем так, пост большой. Это как штаб был. И вот нашу клеть первую и запускали. 1 апреля 1987 года цех был официально введен в эксплуатацию. Менее чем через год, 5 февраля 1988 года, сортопрокатный вышел на проектную мощность. А 30 марта здесь была получена миллионная тонна продукции. Сам подход к проектированию этого цеха и само потом дальнейшее обслуживание, техническое обслуживание, модернизация, которая проводится в этом цехе. Сам подход был очень правильный, и пусконаладочные работы были выполнены очень хорошо, что позволило этому оборудованию, конечно, принадлежащим сейчас к нему обслуживанию, ремонту, поддерживать его
я считаю, в очень хорошем состоянии. За 30 лет ассортимент, выпускаемый в сортопрокатном цехе продукции, сильно изменился. В начале 90-х основные объемы занимала трубная заготовка. Со временем приоритет был отдан квадратной заготовке для переката и штамповки. Сейчас цех производит сложный ассортимент высококачественного металлопроката, как для внутреннего, так и зарубежного рынков. Благодаря программе модернизации компании «Металлоинвест» в СПЦ-1 постоянно ведутся работы, повышающие эффективность производства, напрямую влияющие на качество продукции и производительность труда. Большие изменения произошли и за минувшие 5 лет. В цехе было проведено ряд мероприятий, способствующих стабилизации работы оборудования, повышению надежности работы оборудования. Это можно отметить и замену кранов склада готовой продукции. Продолжается работа по замене оборудования участка промежуточно-высотного склада. В 2015 году была введена в работу установка гидросбива окалины чешской фирмы «Гидросистем» давлением 30 мегапаскаль, что очень сказалось на качестве выпускаемой продукции, улучшению качества продукции. Вот, установка работает стабильно. Продолжаются работы по замене систем управления печами нагрева. В 2016 году специалистами цеха и подрядных организаций проведено обновление системы управления приводами до реверсивной клети. Был успешно освоен новый профиль – квадрат 130. 3 декабря 2016 года в первом сортопрокатном цехе была выпущена 50-миллионная тонна продукции. Достигнут этот высокий показатель благодаря слаженной работе всех служб и подразделений ОМК, а также масштабной модернизации, проводимой компанией «Металлоинвест». Мы упор делаем на ремонт и восстановление оборудования основных участков цеха. Это, опять же, дореверсивная клеть, это первая группа НЗС. Пытаемся заказать и провести восстановительные ремонты приводов клетей. Затем проводим восстановительные ремонты суппортов пил горячей резки на участке стана. Затем продолжаем, опять же, вот я говорил о тех программах, которые существовали по замене грузоподъемных механизмов. Продолжаем замену мачт штабелера номер 2 на участке высотно-промежуточного склада. И в этом году произведем замену по целевой программе дробьметные камеры участка зачистки на дробьметной машине. 30 лет коллектив СПЦ-1 остается верен традициям. Наставничество, добросовестный труд, постоянное повышение профессиональной квалификации. Молодые специалисты идут рука об руку с опытными наставниками, а почувствовав уверенность в своих силах, совершают первые громкие успехи на производстве. Все специалисты говорят о стане как о живом организме, о цехе с нескрываемой теплотой, о профессии с любовью. Всегда с детства была тяга к механизмам, всему к чему-то новому, и я стремился быть бойцовщиком. Работа, во-первых, наша всегда бывает что-то неожиданное, новое, и также в нашей работе нужно принимать очень быстро правильные решения, от которых будет зависеть все дальше производство. У нас на раздумье дается очень мало времени, чтобы мы могли что-то подумать, раздумать. Все надо сделать оперативно. Если взять наш цех, вот он как запустился в 87 году, и он ни дня не стоял. Он пережил развал Советского Союза, он пережил 98-й дефолт, 2008-й дефолт. Да, было тяжело, да, какие-то были изменения в ассортименте, но он ни дня не стоял. Производственные рекорды гармонично дополнены бурной общественной, спортивной, культурной жизнью сортопрокатного цеха. В конкурсе благоустройства ОМК СПЦ-1 входит в тройку лидеров. Территория цеха ухожена. Ежегодно на клумбы работники подразделения высаживают до 5500 цветов. Более 5 лет коллектив СПЦ-1 занимает призовые места в спартакиаде предприятия. Дартс, баскетбол, перетягивание каната – в этих видах прокатчики первые. Прекрасно.
«Красная половина цеха» ежегодно представляет подразделение на турнире по боулингу среди работниц ОМК. Работают в цехе таланты ОМК, активная молодежь. Словом, коллектив СПЦ-1 всегда открыт для интересных соревновательных предложений. Также мы активно участвуем в общественной жизни. Не приходится никого тянуть за руку, люди сами откликаются. В 2014 году наша семья победила в конкурсе, семья Секретовых победила в конкурсе «Крепка семья, крепка Россия». Они заняли второе место, получили в подарок автомобиль от губернатора. Девчонки наши молодцы. «Королева осени», Солопова Светлана, Воротынцева Лариса, Нечваль Валерия. Это практически все конкурсы, которые проводятся на комбинате, которые проводит правком или социальный отдел комбината, наши люди там везде участвуют и достойно участвуют, есть призеры. Отличники на производстве и в жизни. Первый сортопрокатный не сдает своих позиций ни в одной из выбранных областей развития. У коллектива цеха прекрасный настрой – работать дальше, развивать производство. Снова и снова доказывая делом, что стан 700 – очень важная страница истории ОМК. Становление на предприятии прокатной школы настоящих профессионалов, искренне любящих свое дело и свой родной цех. Впереди новые миллионы и новые рубежи развития, с которыми прокатчики, без сомнения, достойно справятся.